Более 100 человек, в том числе двоих детей, вызволили из снежного плена в Карагандинской области за прошедшие сутки. Об этом говорится в распространенном сообщении Комитета по ЧС. Спасательные операции были проведены в Караганде, Темиртау, а также в Бухар-Жыраусском и Абайском районах. Сложная ситуация складывается и в соседних регионах. Из-за ухудшающихся погодных условий многие поселки близ столицы остались заблокированными. Накануне в село Караоткель с трудом добрались медики, чтобы оказать помощь и доставить в больницу беременную женщину. Плохая видимость и гололед вынудили ограничить движение для всех видов автотранспорта в Нур-Султане и сразу в трех соседствующих областях. В частности, закрыты отдельные участки дорог от столицы до границы Павлодарской области, а также от села Жаксы до границы североказахстанского региона. Снег надутый, выше обвала. В соцсетях тем временем появляются видео. Люди рассказывают, что уже вторые сутки стоят в пробках на трассах, а кто-то даже не может выбраться из собственного жилья. В КЧС призывают казахстанцев в экстренных случаях звонить в службу спасения по номеру 112, а также воздержаться от дальних поездок.